В большом зале администрации Уфы царила поистине торжественная атмосфера. Чтобы встретить свой профессиональный праздник, здесь собрались работники органов местного самоуправления. Среди них и Лобанова Марина, человек, играющий важнейшую роль в координации торговли Ленинского района Уфы. На сегодняшний день я курирую полностью предприятие потребительского рынка. Это магазины, продовольственные, непродовольственные. Также курирую ярмарочную деятельность. Все, что связано непосредственно на сегодняшний день с нестационарными торговыми объектами. То есть система Ингео, Рубин, то есть это веду направление сегодня я. Марина стала призером конкурса «Лучший муниципальный служащий городского округа город Уфа Республики Башкортостан». Она заняла 3-е место среди работников строительства и системы жизнеобеспечения. Почетными грамотами также отметили победителей в номинациях «Экономика и финансы», «Социально-гуманитарное развитие», а также «Информационное, правовое и организационное обеспечение». С поздравительной речью к сотрудникам органов местного самоуправления обратился и мэр Уфы Ратмир Мавлеев. Нет тех процессов, в которых мы бы с вами не участвовали. И эта работа требует от вас, от всех нас здесь присутствующих, очень высокой внутренней такой ответственности и подходу к делу. По словам главы администрации, главным качеством для муниципального работника всегда было и остается неравнодушие. Ведь многие карьеристы, добившиеся высот, могут просто пройти мимо проблемы, оставив ее решение кому-то другому. Ратмир Мавлиев уверен, что среди тех, кто собрался в большом зале администрации, таких людей нет. Анастасия Егорова, Полина Затолокина, Марат Кашапов, столичное телевидение, вся Уфа.